Возвращаясь к теме коронавируса, в Новосибирске возобновили работу ковидного стационара на базе 25-й больницы. За сутки в регионе выявили 82 новых случая заражения. В общей сложности с начала пандемии заболели больше 13 тысяч человек. А вместе с тем в регионе растет число пациентов с сезонными простудами. Мы обязаны пациентов с ОРВИ и средней тяжелой степени госпитализировать с целью проведения всех необходимых исследований, в том числе на COVID, для того, чтобы здесь не пропустить COVID-инфекцию. На сегодняшний день у нас работает инфекционная больница, работает 11-я больница, с сегодняшнего дня 25-я больница, 3-я больница городская работает как COVID-госпиталь.